Колеги, до вашої уваги головний тренер національної команди України Андрій Шевченко. Ваші запитання, будь ласка, прошу піднімати руку і ставити запитання, представляючись, хто перший. Так, будь ласка. Андрій Николаевич, успели ли вы проанализировать по горячим следам, что сегодня пошло не так? Ну, судя по тому, какой счет, конечно, могу сказать, что в первом тайме, значит, команда где-то растерялась. Значит, я думаю, допустила несколько ошибок, значит, спешили немножко, играли не свойственно нам, играли, пытались играть где-то за счет каких-то длинных передач. Значит, я думаю, значит, где-то и быстрый гол, конечно, он все-таки повлиял очень сильно на нашу игру. Значит, первый и второй, значит, и поэтому ребятам было немножечко тяжело во втором тайме. Значит, команда преобразилась, значит, начала играть совершенно другой футбол. Значит, я убираю счет, я не беру счет, значит, поэтому он бы будет во втором тайме совершенно другим, потому что сборная Украины создала достаточно шансов, значит, для того, чтобы он был другим. Можете ли вы прокомментировать замены? Чем руководствовались, когда их делали? Вы знаете, мы руководствовались тем количеством игроков, которые, во-первых, у нас вылетел нападающий прямо перед игрой. То есть Яремчук буквально за несколько часов до игры, значит, у него была проблема со спиной. Он пришел, сказал об этом, поэтому мы понимали, что он участвовать не может. Поэтому мы дали возможность молодому новому футболисту, который, значит, все-таки получал определенный опыт игры. Потом выпустили на это место Коваленко, значит, вышел Шапаренко. И, значит, где-то они освежили игру, поэтому были интересные моменты, особенно во втором. Do you need translation on Slovak language, yes? Yes, please. Okay. Otázka zněla, že či stihol trenér urobiť už nějakou analýzu. Odpověď byla, že vlastně výsledok, že hovorí sám za seba a že v prvej polovici, že to bolo nečakané, že aj ten rýchly gól, aj že tým sa ponáhľal, boli dlhé prehrávky. V druhej polovici už sa to trošku vyrovnalo a vlastne ďalšia otázka bola, čo sa týkalo toho stredania, tak hlavný tréner povedal, že vlastne vypadol útočník rovno pred zápasom Jaremčuk a musel byť nahradený. Takže. Будь ласка, Віталій Зіро, будь ласка. Добрий вечір, бачу. Питання, можете розповісти стосовно цієї схеми нової, тому що воно незвично для більшості, напевно, українських футболістів. Як довго ви розтлумачили, так, як довго їм пояснювали, скільки працювали на цій схемі, чи з перспективи її побачити в подальшому. І питання за епохи вашого тренерства. Вже, якщо не помиляюсь, 18 дебютантів. Це завжди складно вводити нових гравців. Які ключові моменти ви враховуєте в роботі із дебютантами у збірні? Ну, как отвечу по поводу новых игроков, значит, мы практически сегодня задействовали, ну, наверное, где-то 60% молодежной команды. Значит, это было очень много игроков СЮ-21, значит, которых, конечно, намного меньше опыта, значит, они еще не играли на такого уровня игры, тем более соперник сегодня был мотивирован. Но, несмотря на это, значит, во втором тайме, значит, я считаю, команда мобилизировалась и сыграла более достойно. Значит, то, что касается смены, значит, тактики немножечко, значит, мы решили усилить немножечко фланги, значит, поэтому, в принципе, в конструкции нашей игры, значит, особо никаких изменений не было. Единственное, в обороне, значит, где-то местами, значит, у нас было намного меньше игрока в середине поля. Поэтому
Ну, в принципі, я не думаю, що схема гри повлияла на ход матча. Значить, я думаю, повлияло прежде всего наші ошибки. І второе, як я сказав уже в першому таймі, значить, мені свойственно нашій команді, значить, много ошибались і грали длинними передачами. Значить, во втором таймі совершенно рисунок игры изменился, команда начала играть, лучше контролировать мяч, значит, играть более за счет средних и коротких передач, передач больше в пространство, поэтому во втором тайме мне команда понравилась больше. Otázka zniela, že čo sa týka novej schémy, ktorú použil Andrej Ševčenko, či sa dlho na to sa pripravovalo, či boli hráči pripravení na to. Odpoveď bola taká, že vlastne bolo 18 nových hráčov, väčšina to bola 21 hráči, ktorí ešte nemajú tie skúsenosti, ešte to nezažili, ale v podstate sa opakovalo, že aj tá prvá polovica hlavne, že tam bolo veľa tých chýb, a aj, ako aj útok, aj obrana, a tie prehrávky boli príliš dlhé, ale v druhej polovici sa to vyrovnalo. Горнички, будь ласка, да. Андрей Николаевич, команда сегодня пропустила 4 гола. Вот, довольны ли вы игрой своей защиты и не собираетесь ли вы экстренно, может быть, довызывать Ракицкого? Спасибо. Ну, у Ракицкого, прежде всего, значит, у меня был с ним разговор, у него там какие-то проблемы были, поэтому мы об этих проблемах знаем. У него всегда есть они, значит, и мы его не вызвали именно по этой причине. Значит, это первое. Значит, у Ракицкого там есть определенная проблема, значит, и это уже не первый раз, кстати, чтобы вы знали. А проблемы какого характера? Ну, вы знаете, у него физически есть определенные там нюансы, о которых мы знали, значит, я говорил на эту тему с ним, значит, и это, как я сказал уже, это не первый раз. Значит, поэтому мы дали ему возможность, значит, восстановиться в своем клубе, он там, значит, восстанавливаются, тренируются, поэтому мы решили задействовать других игроков. Значит, сейчас будем смотреть, значит, Крыльцов получил травму сразу же, буквально на первых минутах, поэтому будем смотреть, значит, в молодежной команде есть много игроков, значит, будем, наверное, скорее всего, дозывать какого-то из защитников. Посмотрим, какое состояние травмы его, значит, позволит ему готовиться на следующий игру, не позволит. Значит, у нас там очень мало времени, значит, будем решать завтра утром. Добрая отазка зняла, что достали 4 голы, а что, власне, что чи будут са робить някакие змены, что се тика обраны. Отповедь была, что Ракицкий, то есть грач, который не был вывалений на тенто запас, але который е obranca, že mal nejaké problémy a že to malo tiež nejaký dôsledok. Tie problémy boli fyzického plánu a že aj Kravcov, ktorý hral a na začiatku, bol zranený. Bohužiaľ museli ho vystredať, ale do budúcneho zápasa sa možno bude pripravovať aj hráči z tá mládež vlastne. Как я уже сказал, перед этим матчем, значит, мы прекрасно знали, значит, ряд футболистов ведущих получили травмы, значит, у некоторых есть там, как у того же Ракицкого, есть там определенные проблемы, поэтому мы сознательно шли на риски. Значит, оправдались ли эти риски или нет, значит, в какой-то смысле да, во-первых, потому что я могу сказать, что я некоторыми моментами во втором тайме остался доволен, поэтому однозначно что-то положительное есть, значит, и даже если это отрицательный результат от нас, значит, я убираю там количество голов, все остальное. Значит, во-первых, это есть возможность анализировать. Мы посмотрели, значит, тех игроков, которые меньше задействовали, значит, играли сегодня против хорошей, мотивированной команды. Значит, у них отличный состав, значит, стабильные, играют уже давно вместе. Многие из ведущих игроков играют в ведущих клубах мира. Поэтому было интересно посмотреть, как отреагируют, значит, наши молодые ребята, которые вот, как я сказал, уже недавно выпустились с U21. Поэтому проанализируем, посмотрим, значит, будем двигаться вперед.
Колеги, чи є ще запитання, так щоб знати? Якщо немає, то перекладач перекладає, ми тоді з вашого дозволу підемо. Окей? Добре? Так? Дякуємо. Подожди секунду. Я хотів би поблагодарити українських болельщиків, які приїхали, підтримали команду, значить. И поддерживали ее до конца, несмотря на счет, значит, было приятно то, что болельщики верят в команду. И, как я сказал, футболисты, всегда мы будем стараться не расстраивать наших болельщиков. Спасибо еще раз за этот приезд. Thank you very much, translator. We will translate now the last part. Thank you.